много букв. Не хочется буквы читать. Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Мы продолжаем проходить с вами Doom. Мясо, матюки и голые сиськи нас ожидают в этой серии. Мы сейчас находимся на литейной фабрике, как я уже успел прочитать. Остановите расплавление. Окей, задача предельно ясна. Ага, закрыто. Понял. Так, надо вспомнить управление. После диагностики претерианского бронекостюма я выяснил, что смогу ускорить улучшение вашего арсенала, если измерю вашу боевую эффективность. Я добавил отслеживающую метку на ваш нашлемный дисплей. Хорошо. Боевой рейтинг, участвуя в сражениях, вы будете... Комплекс не позволит вам проникнуть в турбинный зал, пока уровень демонического присутствия на литейной фабрике не будет снижен. Вы вообще кто такие? Охо-хо-хо-хо-хо-хо, какая красота! Левел-дизайн просто шикарный. Это так сочно и классно выглядит. Так, участвуя в сражениях, вы будете получать очки улучшения оружия. Найдите и убейте как можно больше демонов во время задания, чтобы набрать максимальный боевой рейтинг. Ничего не понял, но очень интересно. Хорошо. А куда они ушли? Подожди, куда они ушли? Сюда куда-то, что ли? Ну ладно. Так, пистолет, плазменное оружие, штурмовая винтовка, дробовик. Ой. А ты все, да? Ну, ладно, друголёк. Бывает. Они сюда куда-то удристали или что? Так. Умный прицел штурмовой винтовки, позволяющий приближать изображение при нажатии активатора модификации. Опа. Урановое покрытие, крушитель черепов, легкий вес. Игра ракеты. Ага. Так, термоудар. При стрельбе плазменный... А ну-ка, подожди. Захвати... зажмите активатор модификации, чтобы выстрелить комплектом микроракет. Хорошо. Термоудар. При стрельбе плазменное оружие выделяет много тепла, которое можно высвободить в виде мощного залпа, нажав активировать модификатор. Ага, ну как это работает? И чё? Бах. Просто волна. Глушилка. Нажав активатор, вы выпустите электрический разряд, оглушающий демонов в радиусе детонации, затем перезарядка. А-а-а. Типа стопорить челиков. Ну, я не знаю насчет умного прицела, нужен ли он. Ну, давай в любом случае как бы откроем. Почему нет? Но мы такой максимальный буль. Просто прицел и все. То есть вот, просто прицел. Бах-бах-бах-бах. Все. Такая типа псевдо-снайперка. Окей. Территория. Все окей. Литейный цех. Понял. Ага. Ага. Взорвался. Все? Нет, еще не все. Чпоньк, чпоньк. Чпоньк. Так, этого давай. Глушанем. Тю-тю-тю-тю-тю, подожди. Товарищ. Все, минус дурачок. Да, надо не забывать, что перезарядки здесь нет. Обнаружена утечка газа. Почему такое произошло вообще? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, а мы его встретим? Я вам базарю. Ребята, мы его встретим. Куда он его потащил? Куда-то потащил, смотри-ка. Туда, походу, потащил. Ладно. И чё? Отказано в доступе. Я понял. Чел утащил его, и мне нужно найти руку. Мне нужно найти руку. Так, это чё? Шкваль? Нет. Микроракета. Окей, микроракета нормальная тема. Так, ну-ка подожди, таб, карта. Что здесь есть? Здесь есть патроны, здесь есть... я уже всё 300 раз... А, вот, элитная стража. Броня. Полевой дрон, который мы уже исследовали. Мы, в принципе, все исследовали. То есть, это броня, я так понимаю, да? Это броня. И пока здесь только один... вон оно что, куда мне надо идти. Ну, короче, карта здесь гигантская будет в любом случае. Окей. Внимание, температура ядра растет. Не надо нажимать перезарядку. Я понял. Понял. Компенсация удара. Жестко. Я до туда не допрыгну. О,
А вот и улучшалка брони. Найс. Претарианский жетон забрали. Сюда не пройти, походу, пока что. Пока что никак. Ну и ладно. Лады. Сюда, в принципе, походу тоже. Ой, давай. Хорошо, молодец. И чё? А куда? Стоп. Сюда куда-то можно? Нет? И чё я сюда залез? В чем смысл того, что я сюда залез вообще? Я отсюда вылезти смогу? Нет? Никак? Не, ну, так бы забрал. Так, Т-шечка, да? Нет, где как приклад? А, приклад F. Все, приклад F у нас. F приклад. G-шка. Резать. Все, запомнили. Присесть С. Это все, короче, это оружие. На тап. Нет, на тап эта карта понятна. На Q. Да, на Q выбор. Давай пока с дробовиком походим. Нормальная тема. А, все, ладно, что-то я не заметил. Что-то не заметил. Ай, Shift же, он просто ходит. Вот непривычное чуть управление, такое максимально простое. Привык, что на Shift бегать, на это, перезарядка на R. А это ничего не работает. Я по факту сам себе усложняю игровой экспириенс. Ну да ладно. Опа. Че это у нас? А-а-а. Все, руку раздобыли. Он просто здесь его кинул и все. Ух ты, блядь. Ой, бля. Так, бим-бим. Я мог, наверное, к нему при этом. Я мог это сделать, но... Я мог, но не сделал. Ладно, хорошо. Доступ предоставлен. Как смачно, ребята, как же смачно все это сделано здесь. А доступ куда? Дежурный оператор уведомлен. А знать бы только доступ куда мне предоставлен. Утечка газа ликвидирована. А, да? Хорошо. Окей. А, стопы это я не понял. Вот сюда можно пройти? А, в натуре. Окей. Так, ну здесь дробовичок нужен. Так, дробовичок. Все. Не, я не буду пока брать. А потом залутаю. И чё. Ух, блядь. Ух ты, ебуша, сука. Тихо. Непривычно, супер непривычно, конечно. Я, короче... 2 дня стримил Overwatch. После Overwatch, конечно, Doom. Максимально другое управление. Да ёперный... А, все, помер. Так. Аккуратно. Тихо. О, какие жесткие товарищи. Монстры. Да ты чё? Хотя шквальный огонь, да? Все, разобрались? Нормально. Но 25%, хорошо. То есть получается 75% осталось от угрозы? Так что ли это? Я так понимаю, да? То есть мне нужно расчистить всех демонов и попутно охладить трахание? Видимо, да. Так, здесь мы куда-то сможем пройти, нет? Нет, кстати. Тут прям вообще глухо. И я все здесь исследовал, смотрите, все забрал. Все шумок, все забрал. Ну ладно, уходим, значит, сюда. Здесь нам, видимо, уже ловить нечего. Так. Как раз запишу, короче, серию. Так, ну все, наверное, да? Здесь-то нечего уже реально ловить. Я запишу как раз серию, у меня там готовится курочка, запекается. Как раз, думаю, минут... Ну сколько уровень будет идти? Ну если сильно втыкать не буду, то минут 40. Ну, жозенький ты. Минут, думаю, 40 как раз успеет приготовиться. С кайфом покушаем. Ой-ой-ой, куда я упал? Куда я... А-а-а, да. Ну, ладно.
Хорошо. Идем, значит, сюда пока. Почему нет? Так, возьму-ка я сразу... Нет, не плазменная. Допрыгну, не допрыгну? Не-не-не-не-не-не. Не допрыгну. Прицел, это хорошо, ладно. Ой, хорошо. Ок. Ну, давай возьмем, да, окей. Да, возьмем. 68. Не, то, что у нас много брони, это супер классно. А, вон вижу, ходит. Бледуха такая. Че, успею до него дойти, нет? Да, успею. Ну, типа. А я, кстати, напоминаю, что мы играем на ультражестокости. И пока что, честно говоря, шибко ультражестокость не ощущается. Ну, не сказал бы, что как-то прям так сильно ощущается реально. Нормально, по кайфу. Все, что, как говорится... А что? Не? Видимо, не. А, все, что... Мои смерти, это я втыкаю. Они меня как-то прям так дудосят и так далее. Ну ладно, погнали. А если ты продолжаешь смотреть прохождение, тебе нравится его смотреть, то подписывайся на канал. Ставь лайкусик этому видосу. И пиши комментарии. Опа. Нормально. Комментарии все чекаю. На комментарии все отвечаю. Между прочим. А ты думал? Чух ты, блядь. Так, все, патронов нет. А, нормально, как раз ты дробовичок возьму, они все в ближнем бою. Какой ты плотничком, а? Бах. Легко. А, уничтожить нужно гнезда все. Ладно. Демоническая угроза уменьшена на 50%. Хорошо. То есть мне еще две нужно. Но потратил всю броню, между прочим. Так, дальше я никуда не пройду там? А, вот сюда, кстати, могу зайти. Хорошо. Окей. Ага. Бензопилой что-то вообще не пользуюсь. А надо? Наверное, надо. И жизньки, и патроны. Патроны, кстати, лутаются же прям жестко с бензопилой. Сказали же, что... Ух ты, блядь. Сказали же, что будут давать кучу патронов с бензопилой. Да ёб твою мать, блядь. А могу вообще, наверное, не тратить патроны, да? Он так их оглушает с одной тычки. А потом добивание. Все, хочу перезарядиться. Когда я от этого отвыкну? Наверное, никогда. Так, здесь ничего? Да ты чё? Да ты чё? Ага, ему два приклада требуются. Блядь. Но сильно хпшку тратить не надо. Надо это. Сейчас прыгнуть могу? Найс. Что-то есть? Опа. Это от плазминки, скорее всего. Откуда ты здесь высрался? Откуда он высрался? Реально. Так, плазменная давай использовать. Ты взорвешься? Ну, конечно. Тебе подходить еще добивать тебе. Подожди. Опа. Монстры. Ага, сколько убил, зверские убийства. Понятно. Найстота. Найстота. Ну не та игра реально, да, где нужно что-то читать, правильно? Но, возможно, я говорю, еще через пару прохождений я просто чисто выделю время, чтобы все прочитать по инфе. Может быть, я делаю ошибку, что я не читаю. Потому что здесь напихали сюда сюжета, прям такого лора и так далее и тому подобное. Может же такое быть? Да, может. А тут все закольцовочка такая, да? Подожди. Нет, тут задание выше. А как мне высоко подняться? Где-то лестница, может быть? Нет? Лестницу я вижу. Но здесь-то не вижу. Я понимаю, что мне наверх надо. А-а-а. А как?
Ничего придумали. А как? Даже лестница не... Вот здесь почему-то нарисована лестница, да? А в остальных не нарисована. Kick wait. Так, может быть реально... У меня двушка. Давай-ка сканер местности вкачаем все-таки. Да. Компас пульсирует рядом с секретными зонами. Тоже хорошая штука. 2-2-2-2-2. Все. Ну-ка. Что-то изменено здесь, нет? Да ничего не изменилось. Вообще. Вообще ни черта не изменилось. Мне наверх или куда? Ну я здесь как будто не все еще. Вот я куда сейчас иду? Туда, куда надо, нет? Как будто нет. Это вот мы сюда уперлись. Окей. Все, лады. Это мы куда? Почему здесь? А, ну да, здесь как бы и лестницы-то и нет. Ладно. Зря докопался. Карта не врет. Так, главное здесь не запутаться. А то с такой динамикой надо ведь еще и запомнить, куда я прусь, куда я иду. Блин, я опять сюда пришел. А, можно было так сделать. Капец. Как тут все это соединено. Чё ты, блядь? Ну давай, ты не будешь в меня стрелять, хорошо? Другалёк. Тихо. Не рыгай. Ну, прилично. Ой, щитовик. Так, это дробовик нужен. Так, восстанавливать жду. Тихо. Ой-ой-ой, что-то я это... Что-то я, ребята, вообще за жичками не следил. Ну, потому что как-то не было импакта. Он вроде стрелял по мне, а я... Как сказать? Он по мне стрелял. Техническая угроза уменьшена на 50%. Ну, я тут все забрал. То есть мне просто добежать туда и все. Он по мне стрелял, но я подумал, у меня дохренище брони, и не было там кровавых этих всплесков и так далее и тому подобное. То есть... Что-то... Ну, оправдывайся, оправдывайся, Рачело. Ага. Расскажи опять. Так, чуть не сюда, по-моему, да? Или куда? Стопэ. Это я куда сейчас иду? В закрытую зону. Доступ синий. Доступа нет. Нейтрализовать угрозу нужно. Окей. А, доступ синий. Ну, я понял. Нужен синий доступ, чтобы сюда пройти, лады. А, ну там как раз и задание есть. Ладно. Все, мы сюда пришли, куда надо? Бляха-муха. Помри, пожалуйста. Ну, помри. Брони нет, плохо, очень плохо, что брони нет. Опа. Мало боезапасиков. Где щитовик сраный? Бляха, не докинул. Да ты чё? Чё, закайтил я его? Не закайтил. Хрен пойми. Так, сначала этого. Ну ты смотри, блядь, а как мне его убивать нахуй? А, гранчи, гранчи, гранчи. Подожди, как граната кидается? Ну-ка туда. Давай. Бах. О, ладно. Разобрался. Патрончиков что-то вообще нет. Поди стоит порезать бензопилой. Синий доступ. А, желтая ключ-карта. Только доступ синий. А нахрена мне желтая ключ-карта? Чё-то ты, игра... Чё-то не то, ты ошиблась, по-моему. Мне синий нужен. Как? Куда? Сюда? Там огонь. Или похер, да?
Что такое? Почему опять? Есть! Ух, блядь. Опа! Ну, плотненький, Что, блядь? Так, а я могу распилить его бензопилой щитовичка? Если да, то будет супер классно. Так, тихо. Смотри. Да, могу. Охеренно, могу. Могу. Да, это деление, это бензопила. Но я все равно же не могу пройти. Че, я типа долго здесь оставался, поэтому... Поэтому они пришли. Че они сюда нагрянули? А че... А куда, что? Подожди. Не, ну мне куда-то сюда забраться или... Или где? Ну как будто нет. Тут везде огонь. Че, никуда? Как... Короче, сверху, короче, спрыгнуть, скорее всего, только можно. Здесь пока никак. Это меня чисто байтит и все. Опа. Ну мы здесь были. Опа. Хорошо. Хм. Опять повторно рассовали. Полутецкий. Так, время открыть карту и свериться с картой. А, смотри, здесь синий доступ, короче, и синие двери. Все, значит, мы сюда не пройдем вообще никаким образом. Хорошо, значит, если мы сюда не пройдем, и тут везде синие двери. Значит, вот по этой области нам куда-то вот сюда. Агент ячейки. Да, нам куда-то вот сюда. Куда-то вот сюда вот пройти, да? Окей. То есть нам с этой зоны нужно куда-то пробраться. Возможно, вот сюда, кстати. Что по-другому? Все, там мы там все обследовали. Да, мы же вот здесь-то вообще не ходили. Внимание, температура ядра растет. Все нормально, скрипты пошли. Где? Ух, блядь. Это ты кто такой? Ух ты, ёптыщ. Тяжко. Я подумал, это вообще противник. Честно говоря. Тэшечка. Опа. На них лучше вообще патроны не тратить. Патроны золотые лучше на этих товарищей вообще не тратить. Но их еще нужно распознать. Что это... О, блядь. Тихо. Пах. Найс. Минус дурачембус. Но потратил на него кучу. Этого. Так, а ячейка... О, здрасте. Хорошо. Я понял. Деловой такой. Так, опять что-то здесь... да? Нет? Персонал ОАК. Ага. Лады. Будьте внимательны, будьте преданы. А может быть отдельный видос просто сделать, как бы пройти игру, а потом отдельный видос сделать по... Значит, по разбору текста. Ну мало ли, может кому надо. Кстати. Как будто норм идея, да? Или говно? Не знаю. Так, что я хотел сделать? Подожди, дробовик. Берем, во-первых. Во-вторых, задание. Уничтожьте гнезда. Хорошо, уничтожим. Трое зомби, одна бочка. Лицом в пол, зверски убейте трех одержимых солдат Кара Небес. Найдите коллекционные предметы. Это ладно. Оружие давай улучшать. Троечка сюда здесь. Так, умный прицел. В режиме прицельного пули пробивают цели. Пули носят дополнительный урон при выстреле в голову. Используя умный прицел, вы передвигаетесь быстрее. Это используется.
Так, умный прицел. Здесь шквальный огонь могу вкачать. Микрогранат, увеличить радиус взрыва. На заряжение микрогранаты больше не тратится время. Пистолет совсем пакость. Это не улучшается. Ну, давай... Пуля наносит дополнительный урон при выстреле в голову. Да? Нет? Давай микрогранату еще раз качнем. Все. Больше не тратится время. Нормально. Пятак. Ужас. Вот это скейл. Ладно. Здесь мы ничего не качнем. Все, окей, микрогранату качнем. А чем? Ой, блядь, все пиздец. Замуровали. Обосраться. Вот это подкатик. Бодренький. О, блядь. Извиняюсь. А-а-а, сам сдох, да, от гранаты от своей. Слушайте, знаете, что нужно сделать? Нужно обязательно нам качнуть, что мы не дамажимся от своих... От своей оружия, от своего оружия. Поняли? Я могу двойную, что ли, собирать? Двойную броню, походу, могу собирать. Это, конечно, бомба. Зачем плазменная? Ёбаный, бля! Помри, близ. Хапулю взял, хорошо. Джишка. Пилим. Нахер, короче, вас попилю, ребята. Без обид. С ума сойти. Фу. Чуть-чуть совсем запотел. Совсем капелю. Я подумал, там кто-то поскакал. Так, дробовик беру. Типа хочу перезарядиться, но, естественно, не перезаряжаюсь. Ясен хрен. Фу, погоди. Так, ладно. Ну, я понимаю, что растет. Фу, блядь. Ой, это он меня дамажнул. Чем знатно так дамажно. Давай-ка мы сначала, да, все соберем отсюда на всякий пожарный. Пробежимся, соберем. Данные карты. Ухо-хо-хо-хо-хо-хо. То есть, во-первых, здесь еще куча всего, и здесь еще не обследовали. Ну ладно, погнали. Ну чё, бахаем? Ну бахаем. Погнали. Тихо. Ой, красиво. Да блин! Отстань. По-моему, минус 2 с брони сейчас получил, нет? Ну, окей. Ой, блядь, пиздец вышел. Супер плохо. Ребят, это супер плохо. Найс, 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 найс. Ладно, у него не так много хп, как... Короче, слабенький он. Я думал, он намного плотнее будет, но окей. Что-то тратил? Ничего не тратил. Это я куда прусь вообще? Стопы. А, туда, куда надо. Подожди. Тут бонус брони есть. На вот этом вот моем уровне. То есть мне сейчас направо чисто. Направо и куда? А, подожди тогда. Синяя карта. Я так понимаю, что можно обратно возвращаться. Но стопе. Стопе, 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 стопе. Это вообще где, куда?
Я знаю, где это, там, где броня. Но нет. Стой. Хорошо. Конечно, все круто и классно, но... Мне бы броню... Как ее получить? Вот хрен же поймешь, как она и где она находится. Сюда никак не пройти. Интересно. Или можно? Стопэ. Ну, это я прям вниз спускаюсь. Не видать мне, походу, брони. Ну, улучшение брони, я имею в виду. А. Ок. Ну и как бы... А, это что? А, это секретка. Я понял. Это секретка. Ну, я вообще не там, где надо мне. Да. Тут брони нет. Ладно. Может, с другой стороны обойдем. Зайдем, обойдем. Так, все, синьку открыли. Пратути. О, блядь. Ебать! Промахнулся. И это все? Так куда вы что поведете? Страшно, вырубай. А, ну это вот все. Это вот здесь. Что-то здесь еще есть, нет? О, дробовик, хорошо. А, спасибо. От души душевно в душу. Синька. А, слушайте, а может быть реально как-то вот так вот и откроем потом здесь, да. Ладно. Ну, давай, чё, я тоже минжуюсь. Погнали, снимем. Слишком. О, блядь. Самое главное не сдохнуть. Слышите, блядь. И где? О, бля. О! Пошло миско! Ебать! Колотить! Обосрался? Хорошо. Но это меня моя гранча убивает так. Вы понимаете это? Это меня убивает так моя гранча. Хорошо, спасибо. Так, давай еще... А, все, недоступно. Ты смотри. Ладно. Дайте улучшалку, плюс. Очень хочу. А-а-а, это сюда или нет, или все правильно. Бляха-муха, это вообще не туда, куда надо. Опять. Да хрен его, короче, знает. Обратно возвращаемся. Че музыка играет? Где демоны? Ладно. Взорвись уж. Они, короче, даже когда добиваю, они... Они меня... Могут бить. Угу. Пхе. Жопа! Ни хрена себе. Ты чё? Я чё, в скример попал, что ли? Опять не туда пришел. Ой, болтай, болтай. Что за пентаграмма? Мне кажется, что если я прохожу ее, то они спавнятся заново, типа. Куда я вышел? Вообще не туда, куда надо я вышел. Стой, Юра, соберись. Мы идем вниз. Вот сюда.
Это я куда? А, это я куда надо. Охерительный музон. Просто бомба, ребята. Музон просто топчик. Внимание! Температура ядра достигла критического уровня. Ну ничего, потерпи чуть-чуть. Ладно. Красная кнопка. Отключаю, наверное, турбину или еще? Будь внимательны, потому что охлаждение... Охлаждающая турбина включена. Все, понял. Ладно, так замочу. А ты куда лезть добивать? Как хорошо сейчас прицел, а? Прям топчик. Минус дурачок. Ух ты, блядь. Выжигаем, да? Ну, я тебя понял. Ой, блядь, пизда мне. Все, все, все. Бля. Пизда. Мама, блядь. Иди нахуй. Фу, помер. Вообще тебя нахрен не заметил. Опять молотится, да, еще один? Блядь, страшно-то как? Я просто не знаю, кого еще встречу. Ладно, давай лучше здесь подеремся. Тут я хотя бы... Да, блядь! Да, блядь! Пиздец. Минус говнина. Живи, живи, живи! Где? А, блядь, вижу. Их два, их два, их два, их два, пиздец. Ужас какой. Блядь, их два. Обосраться. Товарищи, обосраться. Фу, бля. Пожалуйста, нет. Ой, блядь. А, мамочки. Пиздец, пиздец, пиздец. Все, сдохну. Я сдох. Все, я сдох. Я сдох. Быстро, 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 быстро. Аккуратненько. Все хорошо. Все. Не мешай. Вот, выключи ее, пожалуйста. Где еще? Где еще, ребята? Не вижу. Очко улучшения оружия. Хорошо. Не помер. Где-то неподалеку активировали основную комнату управления. Должно быть, это Оливия. Ага. Духовка пикает. Ничего просто без меня не могу сделать. Ой, ладно. Так, хотя, подожди, а что это она, что она пикала-то, кстати? 42 минуты запись. Ну, пока я там еще тем более готовил, что там? Я же на 50 минут ставил. Странно. Ну, может, где-то она, короче, это, ладно. Возможно, где-то там что-то... Пока думал, пока пукал, пока ОБС там включал. А, точно, я же еще ОБС обновлял, я забыл, да. А, ну тогда да. Тогда, блин, не 40 минут, тогда 50 на туре прошло уже. Ну, не учил чуть-чуть. Бывает. Тайминги чуть-чуть не соблел. Хорошо. Ну, что такое? Ты горел, кстати. Нет? Понимаю. Ладно, это... Подожди. Ну, это другой, блин, ну вот. Ой, хрен, короче, на него, ну, ей-богу. Че, мы без него не выживем, что ли? Выживем, конечно. Что это там хочешь? А, ну, пытается открыть, но не... Опа! Авторизация. А, это Оливия Пирс. Такой. Альфа 4, 0, 2. Угу. Доктор, ну, такая стрёмная вообще. Заблокировала меня. Прикол, нашли шкуру. И чё?
вся энергия перенаправлена на его важность. Она пытается открыть портал между мирами. Ну что, сдурела совсем, что ли? А на меня вообще пофигу. Там, разбей стекло. Думгай, разбей стекло. Вы все равно не могли их спасти. Не можешь. Тварь. Понял. Ну, превью было. Превью, ребята, было. Ушла. Че, и все? Че мы делаем? Ой, господи, ну напугали. Нашли, кем напугать меня. Так где ты, блядь, я не вижу. Остановите расплавление, завершено. И чё? Ку-ку. Система не даст отменить операцию никому, кроме Оливии. Придется отключать Арген-башню вручную с поверхности. Идем в башню? Что, портал не открыла? А это разве так долго портал открывается? Что мы успеем дойти до башни с кайфом? Ну, не выполнили, хрен с ним. Ну, почти. Агент ячейку только не получили, кстати. Почему? Ну ладно, нормально. Ребят, ну все. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то ставьте лайкосики, пишите комментарии. Встретимся с вами в следующем прохождении Дума, в других играх и на моих стримах. Всем пока.